Семьям мобилизованных будет оказана помощь. Работу координирует Центр по оказанию поддержки семьям мобилизованных граждан, функционирующий на базе Министерства труда и социальной политики. Глава Тувы Владислав Хавалык считает, что в первую очередь крайне важно поддержать именно семьи. Важно, чтобы помощь родным мобилизованных была оказана до их выезда на место непосредственной службы. Чтобы они почувствовали поддержку и уезжали с чувством, что их семьи защищены и не останутся без внимания. Помощь семьям мобилизованных граждан оказывают в виде наборов с продуктами первой необходимости. Масло, мука, картофель, овощи, сахар и конфеты. Наших мужчин будут ждать матери, жены, дети. Сахар 10 килограмм, тушенки 4, муки мешок 2, еще дальше будут Минсельхозом, да, 2 мешка картошки, МРС, головку, да, там одну голову и продуктовый набор, который по 5 килограммов. Крупы, риса разных, сгущенные, карамели, шоколадные, конфеты, печенье, пряники, 5 литров масла. Я считаю, что это достойный такой набор продуктов, перечень, который в ежедневном, который используется семьями. Да? Продуктовые наборы большие по объему. На помощь по их расфасовке активно подключили студенты-волонтеры столицы и руководитель молодежного ведомства. Организовываем, начинаем работу организации по созданию волонтерских корпусов вплоть до каждого населенного пункта, села, да, то есть из числа это школьников, из числа студентов, школьники старших классов, наподобие Тимуровского движения, чтобы организовывали помощь семьям мобилизованных граждан. Арлана Дазырбан – жительница Кызыла, муж которой отправится на Украину. Сегодня она в числе получателей продуктового набора. Я очень рада, что помогают семьям, которые уезжают на войну. Поддерживаю. Спасибо большое. Приятно. Привезли мне в помощь все необходимое. Мешок, сахар, масло, чай. Все необходимое. Также по поручению Владислава Хавалыга детям мобилизованных жителей региона выплатят по 5000 рублей, а семьям будут выделены не только продуктовые наборы, но и одна голова мелкого рогатого скота, уголь или дрова. Инна Клаян, Шалбан Магуш, Самдан Иргит, телеканал Тува-24.